говорю Садхгуру, если хочешь ты с ним подружить, дома этого все не допустят, дома будут ругаться и ныть. А в ашраме можно схлестнуться с представителем власти родной, отхватить также можно за литературу, если она под рукой. Остается астрал, остается астрал. Надирцы, а в астрале царит Дон Хуан, с кастанетой, как с девкой резвится, выполняя магический план. Существуют астральные школы, карате, кумите, кунг-фу. Так что выхватить можно как нефть нафиг, если ты куришь лафу и фуфло. Остается ментал, остается ментал. У каждого свой вкус, сказал индус, божественно связаясь с обезьяной. Конечно, мысль такая, это плюс, но так не доберешься до нирваны. Говорят, что всем лучше податься на буддхический минимум план, а еще лучше, коли твой атман для тебя станет как атаман. И при этом при всем добавляют, что уже изначально все там. Если ты хочешь во все это въехать, ты настоящий атман, настоящий атман, настоящий атман. Настоящий атман. Уже настоящий пацан, может хватит балдеть на диване, погружайся скорее в брахман. И дерзить непременно ты будешь, в этих планах как рыба в воде. Если ты хочешь во все это въехать, ты будешь здесь и нигде. Настоящий брахман, настоящий брахман. Прошу не путать брахму с путрой, парни, иначе превратится мир в свинарник. В мире таком безграничном смеется тот, кто смеется отлично. Сказал индус, божественно связая с обезьяны. Конечно, мысль такая, это плюс, но так не доберешься до нирваны.